Бзеква, Айфирача Якупа Дератара Сапшала, Ишзи Тахпует Антирис Шизацупха Яхапхедзас Атемаква. Уахапех Тыжим Тыжим. Архангельская область губернатора Акпиха Тыпой Ваге Петросян усуд визитла Апснадана Дугу. Яхапиям Шелакцина Ярадыртайт, Хтула Арайон Курча Яку Объектква. Ахопи а муниципал стерчачо и цу аусурако янбартхо, хуапсыр акыршукса иззыпшу от стерчо. Там шпи а турист комплекс рабхэпи апхэнпи а сезонал цфёква, а барты игерта темакой и рызкуп уахапи хтыжымта. Ариам Чебжбен урастуланпи апсны таз а делегация Курыла. Чебрых парзы апснагадайт Архангельская область а губернатор Акпи Хатыпой Ваге Петросян. Ехэпи амшакпи азбжызы ярадыртайт а туристцы кызму а чымчыры гулрыпши а район куржы объектква. Анайсан и Мюхан Гагрыга. А делегация Мюпигун апсны а туризма министр Теймураз Хышба. В 2011 году эти города, столицы Архангельской области и Республики Абхазия подписали соглашение о побратимских связях. Поэтому этому соглашению уже 10 лет, надо его просто добавить содержимого туда и переходить уже в практическую плоскость. Мы вчера с президентом Республики Абхазия, с Асланом Георгиевичем Бжаня, обсуждали, и мы видим серьезный потенциал и перспективу развития в сфере двустороннего туризма. Мы сегодня посетили несколько объектов очень серьезных, подключили в работу уже наших профильных министров, курирующих эту отрасль. И я думаю, что скоро мы перейдем опять же в практическую плоскость, начнем обсуждать конкретные соглашения и конкретные точки взаимодействия. Мы посетили Восточную Абхазию, мы посмотрели многоэтажную гостиницу, самую большую вроде Ачемчира. К сожалению, она находится в плачевном состоянии, но ее восстановление возможно. После этого мы отправились в Агудзеру. Там смотрели бывшую туристическую базу прямо на берегу моря. Эти объекты заинтересовали наших коллег с Архангельска. Сейчас мы находимся в городе Сухум. Проведем промежуточные переговоры. Посмотрим документацию. Эти объекты находятся в частной собственности. После этого мы отправляемся в туристическую столицу нашей страны, в город Гагра. Там мы хотим посмотреть исторический объект. Это бывший пансионат Чайка. А вообще это замок принца Ольденбургского, основателя климатической станции. Цель нашей сегодняшней совместной поездки по Абхазии — это прежде всего привлечение инвестиций с Архангельской области. Ваге Самвелович очень приятный человек. Я, насколько могу оценить, ему Абхазия понравилась. Даже больше могу сказать, он так поделился с нами, что в конце 60-х годов здесь преподавал его отец в городе Гагра. То есть такие самые теплые, приятные, на мой взгляд, у наших гостей ощущения. Ваге Петросян напхгаразио а делегации Рубасе Тайт кынтыхты анаплаква. Афибшия цилцойт амразарандиебха. Апснапыза министр Акпи Хатыпу Айхакытан Хамюа министр Беслан Джапуа и Архангельск Пиа област Аграглых Рабкомплексы Ахуахтрир министр Ирина Бажанова и Шижнацыго Чамчира район Кындыга Кыта Чиго а наши и Апамидоры и Хира Адзон Стакпхы Кравя Акцион Аплакы Кындыга Гро Ятайт. Ярбан технология ко аутратых квара Адзара Чигара Архия Дырхо. Ярбан хачамачах ко гуртир пырхагу. Ярбан жлога Арыхра Чигархия Дырхо. Уха
лепшима зара куагирыла цвяжвит ари объекта чагейкшаз. Действительно, был интерес посмотреть этот комплекс, потому что он по размерам соответствует, наверное, тепличному комплексу, который у нас находится в Архангельской области. Понятно, что совершенно разные природные и климатические условия, но тем не менее технологии, которые сегодня применяются, они абсолютно одинаковые. Также у нас используются израильские пчелы и шмели, также используется капельный полив. Но единственное, что, конечно, время сбора урожая и посадки у нас отличается. Поэтому любой обмен опытом при посещении таких предприятий, я думаю, он взаимополезен. Мы сегодня обсудили многие моменты, которые, в общем-то, проблемные есть и которые требуют решения у нас и у вас. Поэтому действительно посещение предприятия для меня лично оно было очень полезным. А у тратых талы захира адзогарьяр пхарат комплекса чыгья адрых уагат и разы уадейра рымадзам. Абрежи бич шуксарзыхан и харгылыт теплица. Апшпетя шуксарзыхан я мог по проблемам, ко их отцам из яшня отцам из зала захан, у тебя харо дают аха, у что из гейла кахет синта, отца посмеяна год полный спор урожая. Мая захан юкцует, ари один пи вариантов я хто один. Вообще я шеф хозяр сентябрь захан обрежи та азарабку набри. Хабри та ремонт курзахан харахана, ситам хазит. Это хавит ноябрь. Проблема хамадзам, зигхара, магнит аэргот, ну, посредник ДОО Краснодар, Fresh Invest и бубри лехтивит. Арага утра тых квапш гектар кырчы и адрых вайта нашей хаймачныха помидора аста. Уже писаны его по делегации Архангельской области Анби, бри делегации дала хуп Катанхамия министра области Анби. Арурт на сах фяшера ца ико катанхами харака бартрис на блокка вай опрхангельска теплица ка на наша томат ай твехе зырго и харту бри анпе брай о проблема кое бирхерцы тарфет сараему по проблема кое на арте захиште ари урсто пе кредит ла иргуло на блокуп Ублина проблема, которую я решил, хочу, пока на сахинткаре бартеяло хуавал на палаку и с Ростовом видите, как контакт, который зек харчен, уже четвер чере чуп, но си акхакуя аз дарел харб, если приходим, акхакуя аз технологии, убри аз анби барта пишу зму на свою, убри цитеркарцы, дира видите, как барта и профильные брюхаши, арцаши, и таху ягу, и брюхазбензер, Архангельский хин пьяза бартизу на блокпарат шоб. А на юс Архангельск пья областта хин пья делегация Галахула дымьохырги тарекыта джиго гапсыд за адзартах яра шуксык апхая артын. У нас экспериментальное хозяйство. Мы пока разводим малька, икру сперва завозим, разводим малька. У нас есть товарная рыба, смотрим, как она себя ведет в наших условиях при нашей воде. Хозяйство молодое, новое, мы его только учимся, этому делаем все то, чтобы понять, как себя вести дальше. Условия на данный момент благоприятствуют для развития хозяйства. У нас просто маленькая проблема – это с водой. У нас скважины 6 штук, но их не хватает. В плане у нас дальше как набить еще скважины. У нас будет открываться еще коптильный цех, до конца года мы планируем. Хазтагылу амтазы гарақа хакалма хайхапқышыра адзойт мұхин апшлаг гейхапсыдз коубой дзынзайысса койна дыркны адзайты поду корғынзы. Особый интерес у меня вызвало именно предприятие, занимающееся аквакультурой, потому что мы в этом направлении, в регионе сегодня двигаемся достаточно активно. На начало этого года у нас уже было 230 тонн форели мы производили, а по итогам нынешнего года мы ждем до 300 тонн. Поэтому, естественно, обмен опытами вот в таких предприятиях нам очень интересен, а особенно в преддверии рыбопромышленного форума международного, который вот на следующей неделе у нас пройдет в Санкт-Петербурге. Мы думаем, что мы встретимся на нашей площадке с нашими форелеводами, обсудим те нюансы в их работе, которые, в общем-то, интересны нашим и интересны вашим. Сегодня мы обсуждали вопрос именно по закупке садков сертифицированных. Я знаю, что ваши предприятия здесь это делают. Но это уже будет зависеть от того, смогут ли договориться продавцы и покупатели. Но у нас сегодня есть заинтересованность именно в садках, в рыбопосадочном материале, в кормовых. Арепсы за адзар тахейчка ауатыпа джуанза хайпш зейпшу ханхамю ахуахака гюк адзам издарага иргылу мамзар гимю апкоигертаусу Ари на плаках, а все за зерта речь, чем чира район, и чуть на плаков,
Ариза на плаке гудут район и федеровит хва калмаха азерта абри на плаке дара яйчизка из то очкун цверхала из лагаз усул абас ю на плаке ва усул яхала газ кахечерка из яхай мариопер хунткара зухун ацхра ара азер избан за яйчиз суа ан псаку дарги яхай интерес рзацу абри цухун за нагар абри зухун абас ю на плаке ацхра ар тахо бари юрустула хари хабжо айч цхайвери цо программа ацхра аникоп аккредит я лачаю добрый кредит, а ларустон ты отсхра роуровый рахтер, вот даже зухн интересу по измазан на плаку, об холофиху роу я лагахет. И у ахела тахам хармаялам цир, харе хаму ха проект, бля катан хамиту, у я анпина свои рацфедзама, хамачка цхра артахар, азахьоп цхра ара. А чет цхра бутоп, и бот ара уиза тагоза ашо, а чет цхра тепш ара дарей рыму на плаку, а псидзе рыфот ха арцо. Уйди, казаз голосок дот отпи на плака, анги цхра рыртот и рыртот, а бля афат, мойна чаджирам бля аргазом. А на из та аз объект упкан дыхи о ахюнткар ракюнитар на плаку хапсна ацха, яра яхаз Зигац хауса дулана, а ха нырцпи хаджармык яхицырна гарпеп шаусура хейчка адзам. А хазава дылшара кваснас гипынгыла квасьяму ирзаат глыт, а юган кигар хатарнакша. Амра зарандеп хатымыр гугухия, апсуателе хапшра. Чечентолпе Ахада Рамзан Кадыров апсныка яйштет ацхыраралас амашинапа. Псупе хвача Краснодарпе атылачачачо Рамзан Кадыровы хатарнык Саид Хусейн Хамзатов апсна губзерхчара министр Эдуард Бутпа ацыпхаква инапы яйркейт. У меня сегодня очень приятная миссия по поручению главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахмадовича Кадырова, а также президента регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмадхаджи Кадырова Аймая Нисеевна, после предварительной договоренности президента Республики Абхазия Асланом Георгиевичем, Рамзан Ахмадович поручил мне передать министру здравоохранения Республики Абхазии два автомобиля скорой помощи, оснащенные по категории Б. Учитывая ситуацию во всем мире с пандемией коронавируса, а также поделиться с опытом и подставить братское плечо братскому абхазскому народу, который нас, чеченцев, связывает вековые традиции, дружба и братство. Также со своей стороны хотел бы выразить слова благодарности главе Чеченской Республики, герою России Рамзану Ахмадовичу Кадырову за подарки Республике Абхазия. Отдельная благодарность президенту регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Ахмадхаджи Кадырова Аймане Нисеевне Кадыровой за помощь в приобретении автомобилей. Хотел бы сказать еще дополнительно, что в сложное время, когда и в России, и во всех странах бушует коронавирус, в то сложное время вы стали рядом. Мы знаем, что фонд неоднократно помогал и помогает очень многим. Еще раз хочу поблагодарить вас за то, что приехали и подарили нам столь важный подарок. Спасибо огромное. А интерес то даша тема кем? Хуапсыра адстырчы яхёжте акрацует. Уяда псуха рымам зыбгашара псычу ахучкой, згобзера уашшыру адучей. Хтылача юйцтырчы каргыларьялагет акрышук скварабхам. Ахарта усырква яхёва журанзыге хыркшам. Изыхгазе наски чфара сирымузе артадстырчква. Абри элылгауан амразырэндебха. Диаскура арыпшахая зай горец старчы, зки шипшин юешук сарзы яртын, хакы разжылым харагяман, а хапсны жылары ржинч тула пей башрамыштах и буктажхайт. Юнызки жоқшук сарзы харе республика без старчы, а уакала кяхадара джы хайла хура агвастрой инвест кирала егейт. А хаевэп шмам зызкой рыхтяны харе объект, дырве гярт разын шуксыла чхара хейтацует. Ад старчы ехэгі хауа апсыр архы ядырхуар пеп шатагыла зашығам. 2008 кризис, 2014 кризис, затем у нас пропала фура, нас подвели в Китае с началом пандемии, и вот, слава богу, сейчас пришло. Плюс, тут к причинам могу отнести проблемы с кредитованием. Мы все это время его строили, восстанавливали. И основная причина в том, что это
Но сюда вложено уже очень много денег. Вот для того, чтобы эту трещину зашить, было вложено 6 миллионов. Посередине он был сломан. То есть причины и объективные, и субъективные, субъективного характера, что вот до сих пор это все затянулось. Но слава богу, выходим на финишную прямую. Хазтагыла амта зыгад старчыга артра зыгай ташакургыларату суракуамя пысвит убаса тыхракуамя па агарцарах ханым ехыц. Машуршаква машина дуала мруга чыцква нарга амта хакшит. Вот мы видим, вы разгружаете фуру, какое оборудование поступило и что это за помещение будет в дальнейшем? Это техническое оборудование, в нем будет обслуживаться весь бассейн, это сердце его. И вот это фильтра. Вот этот песок кварцевый засыпается сюда, через песок проходит вода. Трубы мы привезли насосы, мы привезли фитинги для обвязки вот этого всего. То есть, и в принципе, все для того, чтобы бассейн работал. Асасайрта демаштахи огари олимпиад бицтарчы хац аула рахюметра кинацны игоп, ау рахвени жужабометра хатба рахвежа. Язгуата кюпьяра хамшын за лакумко дзицкялар траша згуату. Это будет пресная вода. Долго мы сомневались, морская или пресная, но в морской не подготовишь спортсмена. Пресная другая плотность у нее, и он должен, спортсмен должен плавать в пресной воде, и соревнования можно проводить в пресной воде. Поэтому будет пресная вода. Здесь мы сделали артезианскую скважину, и из нее будем заполнять бассейн и фильтровать. В бассейнах вода живет очень долго, если она обслуживается, то есть 2-3 года без смены. Главное, чтобы было обслуживание, фильтрация, своевременная химия правильная, чтобы все это было и сочетание и pH, кислотность воды и щелочной баланс, чтобы все в воде было четко. Это очень важно. Адстарчы хазтуам зантрамта зыхдзых шашалы иртны гаарт разгуатуп уй дзырпхала хайкурша раззара макян айцбам коя анхойт. Мы планируем к 30 сентября его запустить, но есть одно «но» – это обогрев. И официально Черноморэнерго нам пока отказала, потому что нет на берегу, вот здесь в центре, мощностей свободных. Я надеюсь, что этот вопрос поможет нам решить городская администрация, и бассейн тогда уже будет обогреваемый. Пока вот мы идем по плану, но пока нет обогрева. А сколько киловатт требуется вообще? У нас проектировщики, российская фирма проектная, по их расчетам для Сочи они считали, не для Сухума, а для Сочи, 760 киловатт нужно, чтобы вот это все обогреть. Это в сутки? Это в сутки. Это мощность обогревателей, которые тут 3000 тонн воды. То есть, поэтому тут, конечно, очень много воды, и для того, чтобы это обогреть, нужно много электричества. Олег Юрченко ярлас нызхыркша разгуату аусураква дырзаат гылет урта дзтарчы ахатэй хакша мукшы иинак дзатуроп. У нас готовы трибуны, сиденья для трибун, уже готовы. Сейчас, я думаю, где-то через пару недель привезем это все и смонтируем. Ограждение для трибун. И дальше останется только набрать воду. Вот тот участок мы еще доделаем. Сейчас решаем, как мы его выполним. Но здесь вот уже практически все готово. Делаем лотки, делаем пленку, запускаем воду, фильтруем, водичка чистенькая. Мы вынуждены обслуживать его круглогодично. То есть сейчас уже налив, мы его не сольем. Это травма, можно слить, но это травма для бассейна и травма для покрытия, которое в нем будет. То есть оно выгорает. И поэтому налив у нас будет хороший, красивый бассейн, хорошая, красивая вода, но пока не подогреем, в зимой не поплаваем. Адстарчы хыбхоу, мамзар гиуси азау, гарязараги, макяна загацухтанын заидзбадзам. Инструктора, тренера, медработники, массажист. Спуск для инвалидной коляски, здесь все это предполагается. А насчет навеса, это не сегодняшний разговор, то есть это может быть в следующий сезон, может быть через сезон нужно собрать какие-то
силы, средства и сделать навес, тогда он будет крытый. Но если будет обогрев, то мы в открытом бассейне много в мире открытых бассейнов, которые обогреваемые, но открытые. Более того, он всегда был открытым. Ари объекта чиго под старчахи неуа хава абсира гарчахи рыбсах шахавадаква уртырчы хаусура кварухтак мюапгопахи ацатлю гиганханы игоп. Здесь непосредственно раздевалки. То есть вход отсюда через стеклянную дверь автоматическую. Дальше здесь ресепшн. И женщины уходят сюда, мужчины сюда, переодеваются и потом выходят на бассейн, плавают. Здесь выведено все под, сделан теплый пол, выведено под сантехнику, то есть нужно, мы стеклянные планируем перегородки из матового стекла, установить их и установить сантехнику. Практически все, ну и дальше установить сушилки для волос, ящички для одежды, то есть вот это вот. С этим процессом мы пока не спешим, потому что понимаем, что до мая, то есть у нас время есть. Если нам не дадут свет, то до мая мы спокойно идем. Если свет дадут, если будет возможность обогреть бассейн, тогда мы, конечно, ускоримся и установим. Зусу раха циркам дачад старчик тварчал и опаре республика объект аргылара зки жипшин юшук саган трамта зиялагит. Апсныжлар ржинч тилат пей башрай аналага хаусу ракуа хаан кылахит. Юнызки жаюшук сар зыгарет старчы хай ташакур гылара зыга инвестициять программа хаакуэр такзаны шивини жа миллион маатинацны язоужин. Ахашук сква криштахя проекту эпхях я. Этот бассейн, мы его начали его восстановление, потратили около 40 миллионов рублей, он накрыт, окна были поставлены, электрика была сделана, внутренняя штукатурка, много работы было проведено. Он попал на период этих мероприятий 2014 года и, естественно, перестал финансироваться и остановился. В дальнейшем было принято решение прекратить эту стройку. Абас Аламакяна зарцыцбау хаму о республика бистарчква хава апсыра рыдыркылар пеп шалшар апцам. Ахагу хрыг обхары имгаква хавави и квабзера зыга кырзцаз гуарт объектква и шахтой пшау сурам ялагабха. Амра зарандиабха Михаил Братухин хапсва телехуапшра. Амтакячк ялагдзына аларчараюит тамшпе а турист комплекс. Акыта актаны зты пылысхыз акалакимач. Амшын ацтачы аткян ахштирта акрыфартаква, абризыге агектар кадгилачы. Фи пшенежі жоқ усурта тып, а турист комплексачы рапхэпе апхэнпе асезоншыме пысыз езгуп, а наюспе ханзамта. Ақын пе ұмрагыларық өжі жафт пе акилометрача атыпаны кылыта ханат апсу кыта тамш. Амта кячкялық зыны акыта ецірдіру туристыпны калыт орыстылы пе апши чырзам. Ярафым зырылы иргылын ецірдіру туристы елахуры Библи клубы сахарджала. Ярту жде хым зырылық зыны егоп вен пе таз апши чырам. Мы приехали сразу же, как открылся этот кемпинг в июне. Здесь, конечно, еще было много чего недоделано, поэтому мы решили приехать второй раз, когда уже здесь все благоустроили. Поэтому еще приедем, думаю, третий и четвертый раз. Плюсы. Кемпинг находится на берегу. Соотношение цена-качество, отношение персонала к туристам очень такое доброжелательное, как везде, в принципе, в Абхазии. Ахауатске акалакят шахарара амшины хып, а турист шахыз хорачов. Сама по себе страна красивая. Да, хорошо тут все. Я бы порекомендовала сюда съездить отдохнуть. Очень удобно, что отдельный вход как раз соответствует данной обстановке коронавирусной. Отдельный свой домик, все санузел, все чистенько, все красиво, еда вкусная. Мы даже вчера отгуляли по территории, видели везде видеонаблюдение. Ну так тихо, спокойно, да, мы даже двери не закрывали. Когда вот жарко, открытая дверь, никто ни разу не зашел. 8 дней вот отдыхали и спокойно очень довольно-таки. Приехали, мы здесь уже находимся третий день. Очень нам нравится отель, территория, все чисто, обслуживание на высоте, можно сказать. В Абхазии первый раз. Природа здесь шикарная, море, солнце. Мы довольны. Когда вернемся домой, всем расскажем. Я думаю, многие заинтересуются.
Зынза жақы гектар адгел, ехізі а гектар кірхи едірхойд, шуи үйні жүйіні ғылу парақа фүшуи кіртіпі ғоп. Иші жбойыпш ари айынажы үйіна шүка жоп, уяна ғу арақа үйуадығы ғоп, үйтачар ғынхар рылшуид, уадығы жы үйтіп кірхені еғоп. Адстачы яра ахыт тыпаны күлі. Амшына хықва жатшыға уяқшы мұқшылық жықруп, дасу иши тахо ямты хығы. Ара зыпсыз шорызы адстачы ихуда псаду. Аха арах яйц рылшу дегіртке атыпын бе ауап сырына злу. Адуызы абилет пшешмат епсу. Ахочты билет ешмат. Хошуксыз хымцыцы зыхуана ихуда псаду. Ай курхача адстачы ехылапшу дарей харыге хочкурылапшыр хоп. Машыр ыр махырцызы. Адстачы ай гуачха акрафарты гоп шешу гырты памуп. Яге шоры гызыргепшы юнасу чижха ихымпыда дуйна апудевка ахупса ялу. Шижха ашветша рейшуха изышту раздырхёйт уй абраку бехэмя пысуа, а найсан шибжхэй ваххэй адыхэй и раздыларгуйт атуристша за яджарцаз афат инакуршена. Ну, обычно заказываем национальные блюда, мясо по-абхазски, еще что-то. Ну, стараемся национально заказывать, потому что все очень вкусно. Сулугуни жареный сыр, да, тоже очень нравится. Что-то здесь готовится, все очень вкусно. А турист комплекса Набхкара Ражу Курыла Афат Бжейхан Ачермекечи Ярху Тахатамча Катауап Сырыге Ра Рыхрар Тиртал Шарарыму. Блюда готовят местные жители, жители Абхазии. Это шашлык, вино, местный сыр. Также, который мы приобретаем у местных производителей. Ездим на рынок очень рано, в 5 утра, в 6 утра едем, берем. И у сельчан в округе мы это берем, а в местных селах и деревнях, кто выращивает на себя, у кого большое хозяйство. В том числе это не касается не только сыра, мяса, это касается и овощей, и фруктов, и зелени. И все, что можно вырастить в Абхазии, мы, в принципе, стараемся брать больше у местных производителей. А рыжу теперь куртивой тащи же садчу и нырыкнава ха садчу и випшипанца. Санта сабу обха айгуадын хойт. Уажу айгуал цара ахлырукшан аусура далагит. И радшоп юл пылу ирти орконпи атыпынпи алыцква. Айгуайт аюка хахтва, чагям, данага, якяф, амзара, ишпаку, игапшу и вепшим. Авараш кехтивет, хахту тыпын геораш, ахот и пицунды геораш кехтивет. Иргопхот, иргот, иршины. Саразанат, туризм ядхаладзам сараз ахасабыл иргюб. Яраубаз гера сахысует стажировка. Нас ахасабыл иргюс с гуйтопа усура. Арага ши пшин жюхвек аусыруит язык на уртрэхт, пшин жюхпа процент атыпын пе ауапсырару. Там шарыдаге айку юхо кытыкорган пе акомплексе тауи. Альдона ахалайы ахуқатуй чадри хабуби сышиш ачымчырын пе дауи. Сад ахумбыч хасад хубызын саха азыруб. Айшим танханава ва гранарчахцала ганисан ги айши жеш зыхан и кухаршот нас иқатца ту вишбарыб жа зыхан ркарча цара халакой. Ай гурги от испан агзар нас аусра узги узги чгюха как иқатцам зиги укуршару па ва кручау царуб нас ишах бацепш. Харах рукшвид азара шукшчац алагам тазгуасту за чимчира район, а школ кваруак а коллектив. Зигирала и пшидзоб. Куя хоть тара. Я ханас бассейн, а куше мог что его обшцера козыги даре хкопхай. И у обшема ну пару куечка у паран пекатерла обсед скрыргует у яда гиар том что ну коче и царцерл что дико базин вчера ту спорта корпункт и сочно хвека усерует у и ай гуачка яр топ а медицинат пункт. А у сауэт от пьян а супермаркет хвезе что у яхцы шафуебш у нацелар а у ита хузыгяй хуйт. Абсуалыц а захазы а тыпал хуб а рятып яд фалу ам хлдыскуй а сувенир куракзер орт гику. Якуб ахуштирта. А у сауэт аджирта. Мышка шуин жу килограмм рыджуйт. А халшара рыму пдашу яхар рыдыр кыларц а сасайрта антыц ахын беге. А турист комплекс официалы адырды трафирамзызым. Уем зирылык зыны ятайт бюжиныз кюк инарихана. Рапхақа Гуйтора Чоп, Абхан Мацара Акумпа, Ашук Сыки Аусава Акацараса. Планируем еще расширять, сделать велопрокат. Впоследствии будет построена баня
совсем уже скоро, которая также будет работать круглогодично. Мы предлагаем бассейн с подогревом, который будет работать круглогодично. Мы также предлагаем проведение разных мероприятий, корпоративов, вечеринок и так далее. Все время идет максимальная загрузка, люди едут, люди возвращаются повторно, поэтому сентябрь тоже будет максимально забит. Планируется, что и октябрь будет хорошая загрузка. И дальше мы будем анонсировать мероприятия наши разные, то есть это будут и мандариновые, разные вечеринки, и новогодние, и праздники. Будем стараться загрузить кемпинг по максимуму, даже в межсезонье. Мы хотим, чтобы люди, которые у нас сейчас работают, они были трудоустроены круглогодично. Поэтому мы, естественно, приложим все усилия. Потому что вместе с кемпингом живут и люди вокруг, живет и район, и это и налоги в бюджет соответствующие. Ариахута зиграсна аинтересаму пактивла зипсис шарц яурзы. Амала нықва, амала кроха, дасу из тахуй гарц елшуит кирла. И хараге тагара нығым шежила мақул бычхала. И нақутаны акыты мюйнан олуид, ауна тагурахи анными хыцу баб. Абас дара апсо кыта жаха традиция курбард, и лыр гард алшарырымуб. И хадуб уизиге аинтерес шырзадзу. Абас икан адыры тарасап шылайха. Яйва ам чипжезы аусыр уэц калегача. Сыра Дениза Гергеевха абзерыс фафясвы. Дача жира иешимган. Абсудил хопшыра аусыра яцнацойд.